Спасибо, очень приятно. Это главный тренер, это второй тренер, да. Жена Радильбекова, представитель правления Халык Лайф, Милена, Данил. Мы сейчас находимся в Халык Лайф. Это самая большая страховая компания в Казахстане. Фактически больше не бывает. И мы сегодня присутствуем действительно на историческом событии. Я очень сильно благодарен Халык Лайф за этот проект. Почему? Потому что никогда такого в истории любительского и профессионального спорта не было. У нас есть проекты фитнес-индустрии совместные, которые мы придумали вместе. И сегодня мы делаем совместный проект с нашей сборной Алматы и с ребятами, которые уже в национальной сборной, и с резервным составом, который я сейчас представлю. Но я хотел бы прежде представить человека, который согласился, услышал, помог и который всячески поддерживает нас в любых начинаниях. Это председатель правления Халык Лайф, Жанара Дебековна. Спасибо вам, ребят. На самом деле мне очень приятно вас всех здесь видеть. То, что вам родители прививают, то, что вам клуб ваш любимый прививает. И такие молодые лица вроде бы, да, но с большим духом. И мы рады предоставлять вашей команде, вашей сборной страховую защиту, когда вы будете представлять интересы нашей страны на всяческих соревнованиях местного уровня, международного уровня, вы можете быть спокойны. Отчасти, если что-то случится, какая-то травма, либо какое-то такое неприятное происшествие, связанное с вашим профессиональным спортом, вы можете быть спокойны, вы про это можете не переживать. Я думаю, все будет хорошо, наша страховка вам не понадобится, и у вас спортивные результаты будут хорошими благодаря тому, что вы будете уверенно выступать, зная о том, что вы под уверенной и хорошей защитой. Хочу, чтобы вы дошли до олимпиадного уровня, чтобы мы гордились и плакали вместе с вами, когда будет звучать наш гимн и развиваться флаг. Поэтому разрешите вручить вам ваши сертификаты, которые обеспечат вам страховую защиту. Спасибо. Надеюсь, что медали чемпионатов Азии, чемпионатов Кубка Европы, это уже в зачет идет Казахстану. Мы будем стараться и дальше, как менеджеры, как спортсмены, как тренера, стараться завоевывать все больше и больше побед. Поэтому хотим еще раз сказать вам огромное спасибо, мы вас не подведем. И надеюсь, что все пройдет, я уверен даже, что все пойдет без страховых случаев. Дай Бог. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Чуть-чуть спорта в вашу жизнь. Спасибо большое. Чуть-чуть спорта в вашу жизнь.